Ребята, всем привет! И сегодня я для вас снимаю видео «Мой повседневный макияж». Это вот уже получился результат, если что. Так что, если тебе интересно, то оставайся со мной и поехали. Я сейчас сижу в масочке, потому что я люблю увлажнять кожу перед макияжем. Время конкретно этой масочки вышло, поэтому давайте снимать. Вот такая вот. Ой. Потом то, что остается, я просто по лицу размазываю. У меня есть ролик, но я его забыла, поэтому сегодня без него обойдемся. Итак, вся моя косметика лежит вот в такой вот коробочке. Иногда я пользуюсь таким тональным кремом от Clarins, а иногда я наношу только консилер. Это зависит от моего настроения, что хочу, то и наношу. Обычно это консилер. Так что вот, такой вот мне консилер в оттенке 0,5 Warm, не знаю. Я его добавляю совсем чуть-чуть под глазки. И иногда на щечки вот сюда вот. Вот сюда вот, потому что у меня вот тут постоянно очень много прыщей. И чуть-чуть на лоб. Затем я беру спонжичек, у меня вот такой розовенький, и все растушевываю. Я решила немножечко поменять кадр, потому что мне кажется, что отсюда больше света. Я растушевала консилер, и далее я наношу кремовый контур. Мне на самом деле он не очень нравится, потому что он немного рыжеватый. Но, знаете, я люблю так, что у меня какой-то один продукт кремовый, а остальные сухие в плане коррекции. Так как все остальные продукты макияжа у меня сухие, я не могу взять сухой корректор. Да, это очень странно, но это так. Я наношу контур только сюда. А, ну еще я наношу немножко на нос, но я это делаю другой кисточкой. Беру такую вот маленькую кисточку и аккуратненько делаю линию, провожу. И вот я это делала неаккуратно, и теперь все очень некрасиво. Короче, я сейчас на кровати, и мне максимально неудобно. Также обычно вот тут чуть-чуть добавляю. Растушевываю пальцем. Я этот контур всегда держу в руках, потому что он в любой момент может вылиться. Ну, короче, как-то вот так. Можно добавить немножко консилера. Вот сюда. И мы ищем нужную кисточку. Вот сюда вот на крылья носа, да, можно сказать. И на спинку носа хорошенечко растушевываем. Можно взять спонжик и все это хорошенечко подтушевать. Далее я наношу пудру. В последнее время моя кожа начинает становиться из сухой в жирную. Потому что Т-зона у меня начинает потихонечку блестеть, и поэтому я наношу пудру. Пудру я наношу вот такой кисточкой кабуки. И это очень странно, потому что все говорят, что вот эта кисть, она плотнее по нанесению, чем вот такая обычная. Но у меня вот это намного плотнее, нежели вот это. Не знаю почему, но у меня вот так. Я люблю более легкое покрытие пудры, поэтому я наношу вот такой кисточкой. Я беру под глаза. Ой, наношу под глаза. Ну, немножечко на эту зону. Так вот остатками по лицу прохожусь. А еще очень важно вот сюда вот на крылья носа нанести тоже пудру. Только нужно это сделать более маленькой кисточкой. Вот так. И еще пудра нам пригодится, поэтому далеко мы ее не убираем. Сейчас настало время моих любимых бровок. На самом деле нет. Я ненавижу рисовать брови, потому что у меня никогда не получается это делать. У меня есть несколько продуктов для бровей. Вот такие черные тени и карандаш от Пупы. Вот. И, честно говоря, я и тем иногда рисую. Сейчас я нарисую, допустим, вот эти тенюшками. Для этого мне нужна будет кисточка. Такие вот две кистюхи. Одна для теней, а другая для растушевки. Итак, для начала я расчесываю свои брови. Потом набираю немножечко оттеночку. И сначала я по кончику крашу свои брови. Короче, для начала я рисую кончик. Вот как-то так. И потом растушевываю сразу же.
чтобы это не было так ярко. То есть мне хочется очень темные брови, но чтобы они выглядели натурально. Я просто супер-мега-мастер по бровям. У меня все получается с первого раза, конечно же. Поэтому у меня сейчас произошла вот эта вот вещь. Я очень люблю рисовать брови еще, потому что когда я растушевываю, у меня потом все остается на веке. Где моя ватная палочка? Нету. Ну, короче, сейчас я нарисую вторую такую же бровку и вернусь. Смотрите, без вас, когда красила, намного лучше получилось. Да уж, теперь с разными бровями, очень классно. Короче, как-то так у меня получилось нарисовать брови, да, я знаю, очень классно. Итак, далее. Я беру гель для бровей свой любимейший и зачесываю брови просто наверх. И я их расчешу щеточкой. Да, когда они высохнут, я сделаю вот так. А пока они мокрые, так лучше не рисковать. Ой, боясь. Далее я беру тушь и керлер, потому что сейчас без керлера это вообще полная попа. Тушь у меня от Sky High, мне очень нравится эта тушь. Она не смывается мицеллярной водой. И, конечно, это не очень, но зато она водостойкая. Берем керлер и просто завиваем наши коротенькие реснички. Вообще нужно поставить зеркало вот сюда, чтобы не замарать веко. Ну, думаю, видно разницу. Видите, я немножечко испачкала веко. Мне выпали все кисти. Нужно веко почистить. И теперь нужно прокрасить нижние реснички. Которых у меня нет. Ну вот, как-то так. И сейчас я сделаю то же самое на левом глазу и покажу вам. И вот я накрасила оба глазика. И я знаю, что очень многие так делают. Берут пудру, такую вот скошенную кисть, и наносят ее под глаза, чтобы тушь не осыпалась. И, наверное, это надо было делать перед тем, как красить нижние ресницы, но я что-то тупо не. Короче, наношу еще пудру себе под реснички. Все, теперь она нам не нужна. Наношу румяна. Dior. У меня такая вот большая кисточка для них. Я их прям могу много набрать. Фу, чуть-чуть стряхнуть. И улыбаюсь, и вот сюда вот наношу. А потом вот сюда вот. Не знаю, как это сейчас называется. Ну, короче, потом ввожу румяна куда-то сюда. Мне очень нравится. И потом чуть-чуть наношу на носик. Готово. Эй, Дора. А, готово, да. Я беру себе вот такие вот блестки. Я даже не увидела, что у меня на руке пятно какое-то. Беру совсем чуть-чуть. Для начала мне нужно найти. А, вот оно. Беру блестки и наношу прямо в уголок глаза. А делаю я это для того, чтобы глаз смотрелся более открытым. Так как хайлайтер у меня очень быстро улетает с моего лица, я наношу такие тени, которые очень стойкие. Как-то вот так. Все, тени нам больше не нужны. Далее я беру вот такой вот белый карандашик от Jade. И наношу его на те места, куда я наношу хайлайтер. То есть это на нос, потом над губой. Вот сюда. На подбородок я тоже наношу хайлайтер, но карандаш на подбородок я не наношу. Беру тоже вот такую вот достаточно плоскую кисть, свой хайлайтер. Я очень люблю, когда у меня нос в хайлайтере, когда он так блестит сильно. Мне это капец как нравится. И также чуть-чуть под бровь. Затем в конце своего макияжа я наношу вот такой вот блеск на 9 оттенке, я вам его показывала в покупках. Мне он капец как понравился, мне еще в 08 оттенке, он мне не так понравился, как вот этот вот. Так вот, с
щеточкой, точнее, кончиком кисточки вот так провожу по бровям. Ну и это весь мой макияж. Я не делала ничего такого особенного. И в школу, и вообще в город я всегда крашусь вот так. Так что, если понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, а я тебя очень люблю.